почтовые ящики, мотыги, тяпки, полольники, плоскорезы. Все это продукция фирмы «Металлик». Даже ледорубы. Кроме лопат. Лопаты предприятие «Металлик» и вилы не выпускают. Остальное все это продукция «Металлика». Вот ледоруб. Это самая большая тяпка. Называется «Муромец». Плоскорез. Для междурядий. Турчанка. Мотыга. Грабли трех видов. Бумеранг. Для больших площадей. Очень удобно. Не надо бить по земле. Просто двигаешь перед собой, как движок, и он срезает траву. И обыкновенные стандартные тяпки. Это плоскорез, красный рубин. Это турчанка. Это крот, мотыга. Вот тоже плоскорез. Вот хороший плоскорез, стриж. Очень удобный движок. Это продукция, которая насажена на держаки. Она уже готовая. Конус держится хорошо. Все это выпускает предприятие «Металлик». Сейчас актуальны ледорубы. Вот такой ледоруб. Там лед. Да. Разбивает лед. Легкий. Ну, достаточно легкий, достаточно тяжелый, да? Ну, чтобы лед разбить, пойдет. Пойдет, да? Угу. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. За консультацию. Это плоскорез под названием «Бумеранг». Владимир тестирует его и дает презентацию на него. Он, да, работает возвратно-поступательно, без ударов. Поэтому можно работать даже по камышам, по гравию. Вот, очень удобная штука для прополки больших площадей. Вот. А ну покажи теперь нам вот тот плоскорез под названием «Полумесяц». Он такие же функции выполняет. Вот. Да, вот точно так же. Да, заметно поступательно. Все, спасибо.